Молодежь Ненецкого округа в очередной раз доказала, у них есть масса идей, огромное желание развиваться и вовлекать в свои объединения новых участников. За эти и другие достижения награды самым активным лидерам вручил глава региона Игорь Кошин. Награждение состоялось в рамках 14-й ярмарки детских и молодежных общественных объединений. В этом году она была посвящена 70-летию Великой Победы. Настоящей находкой этого года стала творческая студия «Чудо-ручки». Под этим названием объединились 8 мастериц декоративно-прикладного творчества, бесконечно талантливые и трудолюбивые. Со своим проектом по ступеням творчества рукодельницы стали лучшими в номинации «События года». Напомню, этот же проект высоко отметили и на федеральном уровне в рамках Всероссийского форума добровольцев. По ступеням творчества проект для Ненецкого округа уникальный. Его цель – разнообразить семейный отдых и научить взрослых заниматься творчеством вместе с детьми. В рамках проекта «Чудо-ручки» проводили кружки, мастер-классы и различные акции. Над его реализацией рукодельницы трудились почти полгода, не жалея силы времени для общественной работы. Вы знаете, когда есть вдохновение, время найдется всегда. Было бы желание, как говорится. Когда ты занимаешься любимым делом, ты каждую минуту просто из своего графика ты выцепляешь для того, чтобы что-то сделать. И для этого, как говорится, график составлять для этого не надо. Оно само собой получается. В арсенале мастериц – шитье, вязание, бисероплетение, мыловарение и скраббукинг. Научить заниматься творчеством они хотят всех и каждого. Это скраббукинг, бумажное творчество. Направление очень широкое на самом деле. Мы сейчас делаем закладки. Сугубо мужской вид творчества на ярмарке представил Николай Ганиев. Благодаря его инициативе в округе появилась первая техническая мастерская. Сегодня у ребят есть гараж, где они могут творить, и куча элементов старой техники, из которых они делают свои шедевры. В основном это обработка металла, работа с любыми материалами. Сейчас недавно запустили плавку металла, литье металла. Вот, то есть у нас пока руки из плеч растут, мы что-то делаем. Наряду с творческими объединениями в округе активно развиваются объединения, ярко отстаивающие свою гражданскую позицию. Так, клуб молодого избирателя «Мой выбор» объединил активных ребят, которые желают связать свою жизнь с политикой и участвовать в выборах. В будущем мне это очень поможет. Я хочу быть, учителем и после этого, может, через время заниматься политикой. Свои достижения на ярмарке представили также региональные организации «Нарьян Мир». Общественники продвигают в массы инновационные виды творчества. Один из них – рисование песком. Неизменные гости всех массовых мероприятий округа – любители клуба исторических реконструкций «Братина» и многие другие. Все эти детские и молодежные общественные объединения движимы одной целью – привлекать молодежь региона к интересным занятиям и направить их энергию на творчество и самореализацию. Замечательно, что у нашей молодежи есть возможность показать свои достижения, показать свои инициативы. И вас уверяю, поддерживали и будем поддерживать впредь. Ярмарка детских и молодежных объединений еще раз доказала, молодежь Ненецкого округа не сидит сложа руки. Всех их объединяет активность и желание участвовать в общественной жизни округа. Ирина Цепетова, Леонид Шишулов, телеканал «Север».